Первый в этом году день открытых дверей прошел в управляющих компаниях Московской области. На этот раз к мероприятию присоединилось 728 организаций. Это рекордное количество за все время проведения акции, а именно с марта 2014 года. В их числе оказались и люберецкие управляющие компании. Люберецкий городской жилищный трест открыл свои двери для посетителей в выходной день. На этот раз сотрудники управляющей компании проводили прием населения в ЖЭУ номер 3. Традиционно после консультации со специалистами гостям предлагали согреться чашкой чая. Такие неформальные встречи с жителями проходят ежеквартально. И, как отмечают представители организации, приносят положительные результаты. Но большинство вопросов решаются сразу на месте. Есть сложные вопросы, которые требуют и изучения, и более внимательного подхода, тогда, естественно, они фиксируются и рассматриваются в течение определенного времени. Консультируют наши специалисты, потому что вопросы касаются больше всего нашей деятельности. Люди понимают, куда они, зачем идут. Ну и здесь же у нас все время есть представители ГЖИК тоже, которые дают пояснения. Всего день открытых дверей посетили 53 человека. Наибольшее количество обращений было связано с зимней уборкой придомовой территории и очисткой кровель от снега и наледи. Кроме того, жителей городского округа интересовали вопросы благоустройства, начисления за услуги ЖКХ, а также расселения жилого фонда. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.